Re! Viss ēters ir te! За год очередь в муниципальные детские сады Риги удвоилась. Теперь своего места в садах ждут 2239 детей. Год назад в очереди стояли 1135 детей. В департаменте образования Рижской думы говорят, причина тому – новые требования гигиены. Увеличение очереди мы объясняем новыми правилами гигиены, которые вступят в силу 1 января 2020 года. Предусмотрены изменения квадратуры на определенное количество детей, но мы и работаем над уменьшением очереди. За последние годы мы открыли 194 дополнительные группы. Это фактически равно 20 новым детским садам. В следующем году мы откроем новые группы на улице Апузес и Стокхолмас. Также сейчас реализуется проект в окрестностях Сканста. В Думе говорят, что это даст почти 500 новых мест для малышей. Также очереди не становятся короче из-за детей из других самоуправлений. Зачастую при приеме ребенка в Рижское образовательное учреждение через некоторое время становится видно, что средства за него перечисляются из другого самоуправления. Это значит, что на момент поступления в детский сад ребенок был задекларирован в Риге, но фактически он живет в другом крае. Таких детей в Риге более 700.